Участники программы создали 12 макетов. Над каждым работала целая команда – инженеры, архитекторы, дизайнеры, специалисты в сфере медиа и прототипирования. Каждый округ разделился на 5 групп. Каждая группа работала в определенной мастерской. Финал работы – презентация и защита проекта. Мы долго думали над концепцией всего макета, потому что надо было выдать хорошую идею, чтобы на конечной презентации она смотрелась эффектно. Помимо того, что сменовцы освоили новые профессии, они научились правильно взаимодействовать и работать в команде, как на настоящем производстве. Когда каждый человек из отряда занят своим делом и находится на своем месте, работа идет полным ходом. И мне очень повезло с отрядом, потому что каждый человек внес свою лепту в наш проект. Все участники проекта «Город мастеров будущего» получили новые знания и сертификаты профориентационного центра «Парк будущего». Без внимания не остался ни один из 12 проектов. Также награды получили лучшие специалисты в каждой области – архитекторы, дизайнеры, инженеры и журналисты.